И вступление к нему у нас было раз, два, три, четыре. Мы пропускаем, ребят, идет переход. На 5-6 мы уже начинаем с точки. Стоим немножко в диагональ. На 5 рука скользит вдоль тела, а потом поднимается наверх. У кого-то через небольшой покрут. А руки, вернее, кисти, пользуем пистолет, то есть так, так. Мы ждем 6-7 и на 7 и имитируем мышцы, можно просто согнуть пальцы, можно сделать небольшую отдачу через локоть. То есть 7 и 8 мы с вами также стоим. На первый счет выбрасываем левую ногу, и также у нас идет замах рукой. У кого-то он, кстати, идет сзади, но большинство парней идет спереди. И немножко через голову. Так, сброс. И этим самым мы выкидываем левую ногу. Так, так. Как видите, приземляемся на две ноги. И у нас вес будет сначала уходить направо, а потом возвращаться на левую, и мы ту же правую пододвигаем к ней. Вместе с этим идут руки, то есть левая возвращается на грудь, немножко идут диагонально, либо прямо, а правая уходится в сторону свободной ладони и будет скользить телу. Затем две руки закидываются назад, кулаки мягкие, чтобы вернуться снова к телу, к ладони. Давайте еще раз. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три и. А когда у нас идет и, мы с вами выбрасываем левую ногу. То есть у нас идет 3 и. Колени также мягкие. А дальше счета нет, все под музыку, поэтому обратите на это внимание. Затем мы выбрасываем с вами руки вниз, также с открытыми ладонями. И корпус немножко опускается, голова также так. После этого у нас такое движение. Мы с вами будем подтягивать себя к полу. Можно прямо опустить колено на пол, можно чуть-чуть зависнуть над полом. Руки уводятся назад, корпус подается вперед, и голова при этом будет уходить назад. То есть так, затяжка. И после этого мы с вами выбрасываем тело также рывком назад. И левая нога будет прямой. То есть так, так. Как видите, у нас руки уходят к лицу практически, закрывают его, сгибаются. Так, и мы с вами зависаем так ненадолго. Чтобы перейти, что мы делаем дальше? Переходный момент, очень непонятное движение, у парней абсолютно разное. То есть, но принцип в том, что мы с вами меняем ногу, чтобы потом пойти справа в крест и выкинуть лево. И упасть вниз. То есть, еще раз. Да, выкинули. Поменяли в крест вниз. Руки уходят через круг, груди идет влево, она не прижимается, просто рядом. И мы делаем два движения, опять же, пистолетом вверх, вниз, сброс. И так мы сделали затяжку, и мы поворот, так, так. Угу. Следующее движение. Мы с вами напрягаем на левую ногу, тело уходит в диагональ, и мы с вами заводим руки за себя, так. Собрали, и сразу после того, как мы встали, у нас идет движение рывком. Выкидываем левую руку и на себя. У кого-то она идет в груди, а потом опускается, у кого-то сразу в бедро, в мягкий кулак. И нога отводится назад, а затем выставляется снова к правой. Так, так. Встали. А при этом рука уже на базе, правая свободная. И мы с вами делаем на носочек шаг с левой, с правой, с левой, с правой, разворот. Присед. При этом работает немножко корпус, то бишь плечи. Мы отводим левое, правое, при этом раскрывается, зрительно немножко закрывается, раскрывается, закрывается, вместе так, 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 так. И когда опускаемся, естественно, голова уходит вниз. Дальше будет переход. У ребят это буквально пара шагов в перекрестие. Мы с вами сделаем их на месте и затем распрыгиваемся. Ноги поднимаются под себя, руки в стороны с открытыми ладонями и голова опять наверх. Так, как только мы приземлились, нам нужно сбросить руки. Это будет правая и левая. То есть они прям рывками это делают, может работать голова немного. И чуть-чуть корпус, но он будет буквально выходить максимум 45 градусов туда и обратно. И мы с вами опускаемся. То есть, когда выбрасываем правую, мы немножко уходим вес на левую ногу, а когда выкидываем левую руку,
то мы с вами опускаемся на колено левой ноги. Итак, еще раз. Мы сделали прыжок и пришли так, так. Дальше движение. Мы сразу приземлились. Мы с вами делаем так. И дальше три движения. Так, так, так. Чтобы вернуть, грубо говоря, правую руку наверх, но уже в кулаке. Следующее. Мы с вами опускаем руки в пол, они нам помогут. И мы должны сделать прогрузку ногами, а дальше парни делают это с минимум усилий, очень упрощая само движение. Но мы с вами ставим левую ногу в пол, выпрямляем ее, и правой делаем замах, ставим ее в пресс. Так, чтобы потом подняться, руки у нас собираются в кулаки в груди, и мы проворачиваемся почти к зрителю. В той же позиции, в которой начали. Так. Стоим так. Буквально счет. Чтобы потом повернуться на левой ноге. Тогда на обратную позицию. При этом левая рука забралась примерно назад и выбрала себя. Правая кладется на базу снова. И голова делает так. После этого мы с вами делаем припадания небольшие шаги. И делаем левая, правая, левая, левая. То есть, при этом плечи будут отводиться назад, противоположные правая и левая, и остальные два не видны, большинство парней их нет. То есть, так, так, так и так. Мы переходим в ту же позицию, прямо делаем кик правой ногой, возвращаем ее, выставляем левую, и потом уже, когда мы закончили, подтягиваем к себе. Вместе с тем, как выбрасывается левая нога, также уходит в сторону головы. То есть так, так, так. И мы делаем так, так, так. И потянули. Соединим все вместе. Соединим все вместе. У нас с вами было 3, 4, мы делаем 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три и так. Подтянули, сбросили, переход. И так, так. Собрались, подтянули. Так, 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 так и так. Переход, прыжок. Раз, два и так, так. Сброс, переворот. Прокрутились, вернулись. Голова и раз, два, так, так. Кик, голова, протянули. Теперь все вместе под скоростью 80%.